Наступила осень, люди продолжают кататься на самокатах. Принесли вот такой вот самокат без названия. Это что-то типа Xiaomi или подделка под Xiaomi. Дека не защищена от воды вообще никак. Принесли, говорят, слетела прошивка, ничего не работает. Тут огоньки мигают, еще все плохо. Еще видите, да, как вот крышка плохо закреплена. Грузим велосипед в машину, чтобы в мастерскую везти. И просто из него начинает выливаться. Реально, вот я не знаю, как там ведро воды могло поместиться. Но вот здесь вот внутри деки было столько воды, что невозможно. В общем, разобрали, все просушили, там промазали. Хорошо, что аккумулятор не пострадал. То есть спасли, скажем так, самокат. И дальше начинаю смотреть покрышки, они все сдутые. Смотрите, сколько там внутри резины. Видите, вот эти нитки, корд. То есть основная проблема вообще всех самокатов, то, что люди катаются на спущенных покрышках, абсолютно не понимая. И вот так вот у них протирает. Видите, да, вот это вот все протерто. То есть вот так вот она сплющена, ее туда-сюда колбасит и протирает. В этом самокате было спущено, соответственно, две камеры, протерли две покрышки, поставили литые. Такие вот цельнолитые. Они стоят где-то от 800 до 1600 за штуку. Чем дешевле такая покрышка литая, тем она сложнее надевается на обод, на колесо. То есть сначала их надо варить в горячей воде, потом длинными монтажками надевать. Все это долго. Нужно переднее колесо, здесь мотор, надо все это снимать. Поэтому портировка покрышек очень дорого обходится клиентам, но зато теперь они будут практически вечные. То есть следите за давлением. Минимальное давление вот здесь всегда написано. Вот. То есть здесь нужно загружать 50 пси. Это порядка 3,5-4 атмосфер. Соответственно, меньше нельзя качать. Если у вас будет 2 атмосферы, она будет очень сильно плющиться и будет постоянно протираться. И вот такое количество резины будет внутри. То есть она будет безвозвратно испорчена. Ну и, конечно, нельзя на самокатах в дождь кататься. То есть даже если у вас самокат подготовлен, даже если там загерметизирован и так далее, все равно и находятся какие-то отверстия рядом с проводами и так далее, может конденсат попадать. То есть в холодную погоду покатались, занесли в теплое помещение, выпал конденсат. А здесь вот, к сожалению, видите, то есть качество изготовления такое, что здесь вода может попадать и в корпус заливается. Плюс еще люфты вот в этом месте, то есть мы их тоже устраняем, вставляем сюда проставки, чтобы не люфтила рулевая. В общем, много проблем. Ремонт вот такого самоката вместе с новыми литыми покрышками, полной сушкой, разборкой, чисткой вышел ровно в 5000. Так что удовольствие не дешевое, если будете когда с плохой погодой.